Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 206 упражнение. Прочитаем задание. Здесь приведены объяснения лексических значений нескольких слов из словаря русского языка Ожегова. Определите, о каких словах идет речь, какую приставку надо в них писать и почему. В разговорном или научном стиле употребляется последний из записанных слов. Итак, прочитаем. Лечь ненадолго, сесть на краешек стула, встать наполовину, не во весь рост, временно остановиться, умолкнуть на время, немного ободрить, слегка поднять, заболеть не сильно, ненадолго. Прилечь, присесть, привстать, приостановиться, приумолкнуть, приободрить, приподнять и приболеть. Вот такие слова у нас получились. И ответим на вопрос, в разговорном или научном стиле употребляется последний из записанных слов. Слово «приболеть» употребляется в разговорном стиле. Последнее нам нужно разобрать глагол «лечь». Это глагол, отвечает на вопрос «что сделать?», в начальной форме находится, совершенный вид, первое спряжение в предложении является сказуемым. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.